Всем огромный-огромный привет, и я к вам снова с закупкой продуктов. Закупка у меня сегодня на 5262 рубля. И решила сначала вам показать то, что нужно убрать в морозилку, потому что у нас очень-очень тепло, даже жарко, я скажу, и может все растаять. Поэтому давайте сначала все замороженное, а потом уже перейдем к другим продуктам. Здесь у меня доставка из Перекресток впрок, и плюс покупки из Пятерочки, Магнита, да. Вот, ну и давайте пройдемся по креветкам. Креветки. В один из предыдущих заказов Перекресток впрок я вам показывала такие креветки Delight. Это мороженые, чищенные, и вареные, чищенные. Королевские креветки. По-моему, их делает Вьетнам. Если я не ошибаюсь, да, производство Вьетнам вообще, знаете, потрясающие. Потрясающие просто креветки. Очень нам понравились. Тут я увидела, что они снова на скидке. Плюс у меня был там свой промокод. В общем, вышло очень бюджетно. Вот эти 1201 рубль за 800 грамм уже чищенных королевских креветок. А эти 1204 рубля тоже за 800 грамм чищенных креветочек. И еще из заморозки у меня здесь есть мороженое. Кто меня давно смотрит, не первый год, тот знает, что лето у нас. Очень большие покупки мороженого. И вот уже начинается, можно сказать, сезон. Тепло и что-то, знаете, хочется мороженого. Поэтому накупили. Значит, купила вот такой вот во Вкусвилл. Точнее, заказала доставкой. Очень переживала, доедет или нет. Но доехала, все супер. Вот такая соленая карамель. Здесь 85, по-моему, грамм. Если я не ошибаюсь, да, оно очень вкусное, 73 рубля за штучку, у меня здесь 4 штуки, в общем, тоже там у меня была куча скидочек разных. И потом вот такое вот мороженое купила, здесь вот все мороженое, которое, кроме вкусвилловского, было на дикой скидке по 30 рублей, ну, естественно, я набрала, взяла вот такую вот коровку из кореновки, пломбир ванильный на вафлях. 4 штучки взяла. А затем вот такой вот буренка Клаб. Вот эта фирма тоже делает потрясающее мороженое. Здесь вафельный стаканчик с шоколадной крошкой. 80 грамм. Тоже взяла 4 штучки. Цену, как я сказала, 30 рублей за штучку. И буренка Клаб. Вот такие вот рожочки. Пломбир ванильный в рожочке с шоколадом. Тоже 4 штучки по 30 рублей. Сейчас я быстренько все это уберу в морозилку и продолжу. Так, ну и теперь давайте продолжим по продуктам. Хлеб взяла вот такой вот коломенский. Пшеничные муки первого сорта, уже нарезанные, 50 рублей за буханочку. Овсяные хлопья Националь, 450 грамм. В последнее время беру такие, мне нравятся. Получается, какая каша, 43 рубля они были. Баранки еще во Вкусвилл взяла. Баранки молочные, 315 грамм. Мне их дети любят. Они были по 52 рубля. Из овощей на салатик. У меня здесь перец. Перец был 299,99 за килограмм. Взяла вот один такой. Томаты. Это томаты черри для салата. Черри тримикс. Здесь желтый, красный и вот такие вот темные томаты, и от них очень-очень вкусно пахнет. И, в принципе, вот знаете, вот в такой упаковке есть у них там разные представлены томаты. Это, я так поняла, вот это вот магнитовская какая-то сеть, выращена в Краснодарском крае. До этого покупала другие томаты, были очень-очень вкусные. Взяла вот эти, вот здесь 350 грамм, 219 рублей за упаковочку. Шампиньоны королевские, как всегда, здесь, по-моему, их 300 грамм, да, их 300 грамм, они стоили 100 рублей за вот эту вот упаковочку. Огурчики взяла, 2 огурца, 110 рублей за килограмм. Так, по овощам это все. Яйца снова взяла, знаете, 3 десятка, чтобы, ну, потом не бегать за яйцами. Так, 3 десятка, это, по-моему, S1, да, категория. Первая категория 143 рубля за 3 десятка. Чай Greenfield Golden Ceylon 130 рублей, упаковочка 100 грамм. Это который нужно заваривать, не в пакетиках. Так, из молочного у меня здесь только сыр Greenlander 400 грамм, 274 рубля за вот эту вот упаковочку.
и масло Эко Милк 82,5%, здесь 180 грамм, 140 рублей за эту упаковку. Ну и Лиза любит у меня вот такие вот пюрешки, поэтому вот набрала здесь фрута няня, они были по 40 рублей, яблоко, банан, груша с печеньем, просто яблочко и яблоко, черника с печеньем. Кстати, в этот раз она сама выбирала. И агуша, они были уже по 50 рублей. Яблоко, банан, печенье. Яблоко, груша, банан, манго. И яблоко, ежевика, малина. Вот такие вот. Так, из продуктов я вам вроде бы все показала. Здесь у меня есть еще немножко непродуктовых покупочек. Давайте покажу. Вот в магните взяла вот такую вот масленку. Она пластиковая. Вот такая вот, в принципе, симпатичная. Я гонялась за масленкой из Fix Price, которая с деревянной подложкой. Но что-то у нас не было, поэтому решила взять вот эту. 119 рублей. По-моему, отличная масленка. И цвет такой приятный. Носочки одни. По 79 рублей они были. Такие вот беленькие. Также в Перекрестке заказала вот такие вот ножницы кухонные. Мои ножницы сломались. Точнее, их сломали. И я заказала вот такие. Надеюсь, будут мне служить верой и правдой. 182 рубля за вот такие вот ножнички. И еще я заходила в Fix Price, но купила вот буквально две вещи. Это такая туалетная бумага, фамилия, трехслойная, 12 рулонов. По-моему, ее постоянно беру. 225 рублей сейчас вот эта вот упаковка стоит. И жидкое мыло. Взяла Aura Pure Clean. Масло органы, здесь 1 литр, 99 рублей за вот эту вот упаковочку. Вот такая вот у меня сегодня получилась закупочка. Я сейчас, знаете, более в таком, нахожусь в режиме диеты. Ем больше овощей каких-то, там грибочки, яйца, мясо, креветки с этой целью тоже были заказаны, хотя те креветки еще у меня не кончились, их действительно очень-очень много, и знаете, раньше я не покупала чищенные, а покупала обычные, и в общем-то мне казалось, что разницы никакой, ну особо и большой нет, но оказывается чищенные креветки покупать выгодно, это вот если кто-то не знает так же, как и я, какие лучше покупать, то берите очищенные, они получаются повыгоднее, их больше как-то объемом. Вот, так что сейчас я в режиме, как я сказала, диеты живу. Ну, а вот эти вот все вкусняшки, все равно у меня есть муж и дети, поэтому покупаю. Ну и в мороженом я себя не ограничиваю, не могу себе такого позволить, потому что я обожаю мороженое. Единственная сладость, без которой бы я не смогла жить, мне кажется, это мороженое. Поэтому вот сейчас я в основном на мороженое. Но пока, знаете, у меня вот было две недели такой более, скажем так, жестких ограничений. Ну, не жестких ограничений, звучит не очень. А просто, знаете, так прям чистила свое питание. Я не ела вообще мороженое, ела только вот сухофрукты, показывала, которые вам финики и манго сушеная, вот. А мороженком я сейчас уже начну баловаться, потому что уже более-менее, знаете, устаканила так. Вот. Надеюсь, что не сорвусь в ближайшее время, и мое такое питание продолжится. В принципе, мне оно сейчас нравится. Ну, а на этом я хочу с вами попрощаться, пожелать вам всего самого-самого наилучшего. До новых скорых встреч. Пока-пока.